Простые правила безопасности. Носите маску. Если вы кашляете, есть температура или затрудненное дыхание, наденьте маску и обратитесь за медицинской помощью. Если вы ухаживаете за человеком, который может быть инфицирован, наденьте маску. Если вы находитесь в людном помещении, в общественном транспорте или магазине, наденьте маску. Снимайте маску правильно. Прикасайтесь только к резинкам. Вот эта маска одноразовая, ее нельзя стирать или сушить. Носите ее 2 часа, а затем просто выбросьте. А такую маску, тканевую или марлевую, можно стирать и гладить, а еще ее можно сшить самостоятельно. Звоните на горячую линию по вопросам профилактики 63 53 60. Вам ответит врач-руководитель смены скорой помощи. Будьте здоровы!